Промышленники Ставрополья отправили сегодня на стажировку. Присоединились к ним и сотрудники профильных министерств региона всего Северного Кавказа. Федеральная практика – так называется программа российского Минпрома. Она нужна, чтобы руководители на местах освоили все тонкости механизмов господдержки и получили новые полезные знания. И самое главное, это то, что после этой стажировки мы считаем, что мы находимся в одной команде, в одном информационном поле, и наша основная задача все-таки командно достигать тех результатов, тех целей, которые поставлены министерством на уровне Российской Федерации. Программа затронула все федеральные округа. Она стартовала в Хабаровске, в Ставрополе начались заключительные занятия. Во время тематических сессий участники стажировки вместе с федеральными специалистами и экспертами обсудили инструменты поддержки промышленности и способы реализации успешных проектов.